Праздники все ближе, и наша команда решила выяснить, как министры планируют отметить Новый год и Рождество. Многие главы кабинетов заранее продумали свои выходные. Надеюсь, что и я, и мои коллеги из правительства сможем насладиться несколькими выходными. Планирую отметить в кругу семьи. Работа в министерстве отнимает много времени. Мы и не ждем, что получится выехать за границу. Хочу получить радость от общения с близкими. Некоторые коллеги БУЗу оказались более организованными и заранее купили билеты в зарубежные страны. Да, мы имеем билет. У парта один сербатор, ку сигуранце, в фамилии, ку паринци, чалалта, лафел, ку фамилия, вой фина фара цари. Унде, унде? Ну, хайдет, сынт ше анумите лукури, кари требуе са рамана неапарат публичи. С планами на Рождество определились еще не все чиновники. Министр финансов рассказал лишь о пожеланиях. Хотелось бы отпраздновать в туристической зоне. Пока не определился, куда поедем, потому что Рождество празднуем и по новому стилю, и по старому. Соответственно, оно 26 числа. Это рабочий день, и я не знаю, сможем ли мы себе позволить поездку. Скорее всего, Новый год встретим дома. Ну и посмотрим, насколько загруженной будет повестка, чтобы позволить себе уехать куда-то хотя бы на один уикенд. Также глава Минфина поздравил граждан с предстоящими праздниками. Всем здоровья и мира. В последнее время пандемический кризис заставил нас учиться по-настоящему ценить здоровье. И, к сожалению, война в Украине учит нас больше ценить слово «мир». И я желаю вам мира и здоровья.